Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянц, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас в наш новый проект, который называется «Совместное вязание майки снеговик». Снеговик – достаточно условное название, потому что в этом изделии мы будем использовать орнамент в виде двух кругов, стоящих друг на друге. На самом деле, больше это походит на какой-то этнический орнамент, а там, может быть, участники сами придумают какое-то другое название. Особенность вязания этой майки состоит в том, что в ней очень много применено ноу-хау, которые обычно в плосковязанных изделиях не применяются. Одним из интересных ноу-хау этой майки является круг. Мы потратили массу времени для того, чтобы установить формулу идеального круга, который будет плоско ложиться на поверхность. Без вздутий, без сжатий. Идеально ровный круг, который потом легко может быть вписан в контуры, которые можно рассчитать как в компьютерных программах, так и тем специальным способом, который применяем в этом мастер-классе мы. При построении основы этой майки мы будем использовать всего 3 мерки. То есть для того, чтобы связать эту майку, вам не нужно быть великим конструктором, который строит идеальные выкройки. В мастер-классе вы пройдете основы для вязания этой майки. И в создании этой основы нам придется определить размеры горловины и пройм, писать круги в наше изделие, определить раствор выточки, потому как мы вяжем на меня. Для идеальной посадки мы делаем все возможное, в том числе и выточку. Так как узор у нас не заканчивается на кругах, то нам придется определить и остальные элементы переда и перевести выточку между элементами так, чтобы она не стягивала и не портила орнамент. В мастер-классе мы покажем вам уникальный математический принцип расчета и вязания идеальных кругов любого размера. То есть по этому принципу вы можете связать половик либо скатерть, и она у вас будет идеально ровная, без ВТО. Одно из ноу-хау этого изделия – это нетипичный способ заполнения уголков между кругами, опять же для получения ровного плоского прямоугольника на передней части майки. Мы применяем ноу-хау, исключающую потерю петель при натяжении полотна на спицах. Конечно, можно применять программный расчет, но в этом случае вам придется применять сшивание треугольников и кругов, так как не будет совпадать количество петель внешней стороны круга и количество рядов в уголках. Но мы показываем вам необычный принцип полного заполнения рядов по имеющимся петлям, а не раздельное вязание. Изделие выглядит цельновязанным. Конечно же, в каждом элементе мы объясним, как сделать это под ваши размеры, потому что в совместном вязании мы с вами вяжем на ваш размер. Не на кукольный, а именно на ваш размер. На основе вашей петельной пробы, на размере ваших мерок и на примере наших мерок и нашей петельной пробы. Нельзя сказать, что этот мастер-класс простой, но так как мы здесь применяем принцип постепенного вязания сложных деталей от простых элементов, постепенно наращивая на основу остальных с выкройкой, это позволяет нам избежать ошибок в размере полочки. Ну и, конечно же, мы применяем максимально упрощенные варианты расчетов для того, чтобы участники не запутались без применения компьютерных программ. В этом проекте мы будем применять исключительно ручные расчеты, так как слишком трудоемко будет применять книт либо дизайн. Книт, то есть рисовать в этих программах будет гораздо дольше, чем считать вручную. К тому же выполнять круги в рамках расчетных программ у вас не получится, так присутствуют внутренние убавки, которые программно не считаются. И если вы надеетесь посчитать круг по аналогии с макушкой шапки, то в данном случае у вас не получится. Мы вам покажем четкий алгоритм расчета и вязания круга любого размера, без швов. В общем, в этом мастер-классе очень много секретов, ноу-хау, которые вы сможете потом использовать и в других изделиях. И урок рассчитан на тех, кто любит нестандартный подход к вязанию, кто готов выделяться, кто любит подумать, как это было сделано. Но самое интересное, что повторить этот мастер-класс, не имея тех технологий, с которыми мы вас познакомим, глядя на это изделие, у большинства не получится. Поэтому приглашаю вас на наше совместное вязание. Мы в закрытой группе будем вязать в течение 2 недель это изделие на ваши размеры, потому что на моих размерах вы уже видели. Значит, и у вас тоже все получится. Форма оплаты находится под этим видео. Мастер-класс можно будет приобрести и по окончании совместного вязания. Переходите по ссылке, оплачивайте, и я вышлю вам запись этого мастер-класса. С вами была Светлана Амельян. До встречи на совместном вязании майки «Снеговик».